Короче, корабль потерпел крушение, выживают три мужика, плывут они, значит, в открытом море. Друг за друга держатся, по очереди плывут, друг друга несут. Видят остров. Они на этот остров еле догребают, выползают на песок, отдышавшись, поднимают головы, и написано: «Добро пожаловать на остров Амазонок». Ну и тут выходят сами амазонки и говорят, мол, у нас на острове такое правило. Если мужик попадает в наше племя, он должен пройти через кастрацию. Эти с переляку недолго думают, прыгают в воду и плывут, куда глаза глядят. Плывут, первый, короче, задолбался, говорит: «Не, мужики, без члена, но живой». Разворачивается и уплывает. Эти через некоторое время слышат истошный крик, начинают плыть с переляку еще быстрее. Второй, короче, уже не может, говорит: «Не, братан, без яиц, но живой». Разворачивается, уплывает, снова истошный крик, снова быстрее плывет. Плывет этот третий, короче, с матами, перематами, разворачивается, приплывает на берег, отдышавшись, вылазит и говорит амазонкам: «Подождите, — говорит, — прежде чем меня кастрировать, скажите, почему те так кричали? Неужели это так больно?» Ну, самая главная амазонка говорит: «Понимаешь, — говорит, — у нас в племени такое правило. Вот чем всю жизнь мужик занимался, так мы его и кастрируем. Вот первый, — говорит, — был лесорубом, мы ему топором и отрубили. Второй, — говорит, — был каменщиком, мы ему камнем, — говорит, — отбили». Этот начинает ржать, заливаться, она говорит: «Что такое, что случилось?» Тот вообще падает на колени, смеется, она: «Что такое, что я смешного сказала?» Он вообще качается по полу, короче, ржет невозможно. Она говорит: «Да что ж такое, что я такого смешного сказала?» Он говорит: «Да не, — говорит, — я просто всю жизнь карамельщиком проработал, так заебетесь отсасывать».